Река Анадырь, 1 октября 2022 года. Пасмурная, холодная погода. Ночью и дождь шел, и снег шел. Сейчас около 0, наверное. Сильный ветер. В Узбелы и в Анадыре сейчас по прогнозу шторм. И мы решили не спешить по шторму идти, а погулять по природе, пособирать шишки, шиповник. Вот такая красота здесь.